Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз. Консульство Бельгии в России прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических. С 1 июля на неопределенный срок. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на оператора визовых центров «Взглобал». Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причину приостановки выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается и о сроках восстановления их оформления. Ранее сообщалось, что Украина купила у Бельгии американские Сау-М-109. Ранее они стояли на вооружении бельгийской армии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.